Привет! Вы на канале Чем Вики? И Маша! Сегодня мы будем делать япошки лолипопши! Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем снимать японские сладости. У нас есть две вот такие яркие упаковочки, и они с лолипопсами. Вот здесь мальчик такой улыбающийся, ест какие-то там лолипопсы. Здесь такой, японский чудик с таким розовеньким лолипопсом. И давайте посмотрим, какие вкусы есть у этих лолипопсов. Смотрите, здесь нарисованы одни бананчики. Значит, в этой упаковке, наверное, с банановым вкусом, да? Кто будет банановый вкус есть? Маша у нас любит бананы. Но подожди, Маша, здесь у нас нарисовано яблочко. Значит, здесь с яблочным вкусом. Тима, ты любишь яблоки? Держи. Ну что, раскрываем? Да, да. Ну что, чье первое открываем? Ну давайте на дзинь-дзинцок тогда. Дзинь-дзинцок. Я. Что, твое первое открываем? Итак, первую упаковочку мы открываем с яблочным вкусом. Что же мы здесь увидим? Смотрите, что я сразу вижу. Лолипопсы здесь уже, оказывается, есть. Вот они в виде вот таких вот конфеток. Дальше у нас есть, что это? Наверное, какой-то сироп. Вот этот яблочный сироп. И у нас есть посыпочка. Так, ну что, приступим, да? Подождите, а палочка какая-то? Ага, вот она, палочка есть. И получается, нам надо этот лолипопс посадить на палочку. Вот так вот. Обмакнуть в сироп. И вывалять в этой посыпке. Приступим? Да. Так, Тимош, давай. Вот этот вот сироп мы выдавливаем в одну из ячеек. Выдавливается или нет? Да. Ну, давай, пробуй. Тягучий такой какой-то он, да? Да. Тягучий сироп какой-то. Да это как варенье, или как клей какой-то, я не знаю. Он такой липкий. Но как пахнет, ребята, вы слышите этот... Уже яблочный запах, да? Да. Тим, смотри, он уже как жвачка тянется. С горем пополам мы выдавили этот джем, потому что он похож на клей какой-то. И теперь высыпаем посыпочку. И у нас такой цвет получается красный, и сверху будет беленькая с голубеньким. Да. Тимофей, бери первый лолипопс. Так, насаживаем его на шпажку, макаем в эту нашу гремучую смесь розового цвета. Да-да-да, как вату крутим, да? Смотри, как она тянется. И теперь в посыпочку. А ну, покажи, что у нас получилось. Вот такой вот лолипопсик. Ну, пробуй. Ну, говори, что? Вкусно? Точно вкусно? Какой вкус? Желейки. Желейки с яблоком? Вкусненько? Ну что, Маша, ты попробуешь? Нет. Как? Ты не хочешь с яблочком? Нет. Ну, а я хочу попробовать. Давайте еще одну сделаем. Давай, можно я сделаю? Так, теперь я попробую сделать. Берем наш лолипопсик. Так, макаем его. А ну, Тимош, придерживай. Ай, у меня вылазит. Ребята, оно такое тягучее. Хоть очень-очень пахнет. Ароматизатора, конечно, не пожалели. Так, и теперь в посыпочку. Вот такая вот красотенька у нас получилась. Ну, я рискну попробовать. Похоже на пончик. Ребята, это реально яблочная желейка. Очень-очень вкусная. Прям жуешь, и этот аромат и вкус тебя обволакивают полностью. Яблочная мне очень понравилась.
Маш, будем пробовать твой да. банановый? Наверное, у меня вкуснее бананы, потому что вкуснее. Да? Ну, давай пробовать. Ну что, Машуль, приготовилась? Да. Давай, вытаскиваем. Вот такие палочки. Класс! Здесь вообще такие палочки клевые. Смотрите, как и бананчики. И посыпка какая красивая. И посыпочка, ну, посыпочка тоже голубенькая. А сам... Вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Да. Да, каким-то банановым каким-то джемом пахнет. Мне пахнет не какао. Какао? Да нет, Тима, что ты мне скажешь? Лекарство. Да, Тиме вообще лекарство. Давайте так, давайте его распечатаем, и тогда поймем, чем же оно пахнет. Давай мы наш джем, который банановый, и начинаем выдавливать. Ребята, какого он цвета? Черного. Черного, как кусочек, не знаю какая чего. Да. Он реально коричневого цвета и как-то не очень аппетитно выглядит. Но я так понимаю, что это, скорее всего, шоколад. Маш, смотри, какой смешной шоколад, да. Как кусочек чего-то непонятного лежит. Мне похоже на какашку. Ну, ты такое сказала. Давайте теперь высыпем посыпку сюда. Угу. А мне похоже на эзотерит. Да? Которым ты лечился? Да. Так, ну что, высыпаем сюда посыпочку. Вот такая она. Да, голубенькая. Давай. Давай я нашу. Угу. Высыпаем нашу голубенькую беленькую посыпочку. Как снежок. Как снежок, да. И начинаем пробовать. Вот такая палочка есть. Давай, накалывай наш бананчик на палочку. Получается наколоть? Да. Отлично. Вот так, какой-то кривой у нас банан. Ну, давай. В шоколадку. Тянется? Ух тышка! Подожди, а в посыпочку? Покажи мне, какая красотень. А ну теперь пробуй. Ну? Ну расскажи, какой вкус? Банановый. А шоколадка? Банановая. Как? Шоколадка банановая? Да. Да ты шо? Ничего это себе. Это посыпка банановая. Ну, у Маши все банановое. Ну давай теперь Тиме попробовать. Ну, Тимофей, давай теперь твой черед пробовать банан на вкус. Так, макаем его в шоколад. О, у тебя сразу и посыпка пристала. Ну, пробуй. Сравнивай. Что? Какое тебе больше нравится, конфетка? Яблочная или банановая? Вот это. И мне больше яблочная понравилась. Она больше с кислинкой такой, да? А это сладкая очень, приторная. Но Маше, по-моему, очень нравится, да? Класс! Вот это вкусняшки! Так, ну и я попробую, конечно, вот эти сладости. Хотя сам вид шоколада, он, конечно, не очень аппетитный. И в посыпочку. Вот такой лолипопсик у нас получается. Желто-коричнево-голубой-белый. Пробуем. Очень сладко. Очень-очень сладко. И шоколад чувствуется. Вкусненько. Значит, у меня вкуснее. Ну, называется на вкус и цвет, товарища нет. Мне, например, больше понравился... яблочный вкус. Нравились наши ролипупши? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тим Витэч. И Маша! Пока-пока! Пока-пока, друзья!